Давай там, ты кулаки, я каски, а Норти МП5. А что, сопрот брать можно? Да. Все в инсте. Обновляйте бафа. Рыбу тыкните, кто брал. Дарк, знаешь, как мне создать. Воет фарады, вы рыбу доставали, нет? Сейчас гляну. Да, есть. Okay. Да, Энж, бери сопрот. Данидус на боссе будет в обойме. Чек на баф на пул. Как там скажете, когда он будет его перевалить под зеленую, чтобы бежать? Суета, чего не хватает. Давайте нормально, по-человечески убьем. Воид, блять, в Обаму, нахуй, Аковаты в танк и все. Все пьют сопрот. Сейчас завалим. Ну куда, куда ты ведешь? Стоп, ну да. Стоп, надо стоп 083 уже. Веди под колбу, не стой там. Под колбу, на перефазе. Блядь, мы не успеем, так давайте быстрее. Быстрее. Сейчас поставит возле стола колбы, потом вернешь обратно к столу. Перекаст. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Колбы. Красный. Красный бежит. Нафиг надо, да? Нет, там плевка нету просто. Йо. Второй раз приходилось плевать в первого красного. Нет, зачем на него-то бежать?
прикиньте, Джерса. А? Рыбу. Чек на баф на пол. А я еще бегу, мне надо отмечать. Вышел из тела. Шкаф суманить ее туда. Чек на пул. Войт, ее специально с краю пьешь? Ты про чё? Лопнули, говорю. Центр. Давай, блин. Ты ни хрена не в центре стоишь. Стоп, ДПС, стоп поправку. Я не понял, про чё ты. Ты же не умеешь пить, вот о чём. Ты хуйню-то не гони. Переведу же, блин. А перевод будет, милики, гол. Может получиться что-то любопытное. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Можно РДД в кучу сделать? Перепас 30, 30,
Получили 2%. 35. А? На 37 переводить буду. Опа, недавно. Пан бабл прожмешь как дойдет. Когда? Да, встречаем. Ну беги из Мелизона, алё, бля. Успеем мы. Стопайте, Марта. Все стопнули. Он сейчас дотами быстрее дотикает, чем вы. Я нормально. Блядь. Стоп. Подласт. Зачем топать, когда до непредсказуемого еще 8 секунд, и мы спокойно можем... Был. Что был? У меня таймер был меньше. Не 8 секунд, у меня было секунды 3. Аж. Надо было 3% добить, и было 8 секунд. Если мы перевели бы в каст, там также вылезло бы 20. Все стопнули на 37 сразу же, они били бы дальше. Сейчас бы перевода просто не было. Что там кому служим, и непонятно. Я с краю, а не в центре. А какая разница вам, где я пью? Просто у меня луж вообще нету. Вот эту хуйню, что я там не умею что-то пить, это бабушкам будете в лавочке рассказывать. От бабушки рассказывает. Поэтому вчера было просто чисто случайно, пол залит луж. Ты видел, как профы убивают разные гильдии? Ты видел, что в красного слизня не хватало ДПСа? Ну, уже специально не добиваешь. Вот есть разные рейды, где хватает ДПСа на один плевок, а есть, где не хватает на один. Когда лужу надо растягивать, можно также встать уверенно в центр и просто ждать. Какая разница, где я стою? И для вас? Ее похлебывает. Для вас никакой разницы. Нехуй говорить, что я что-то не умею там. Я просто, я думаю, то, что у человека будет получше, ну, как, чем у меня. Я знаю, как все делать. Не, то, что с профом просто у человека руки более прямые, чем у Антонидаса. И то, что там было три лужи вчера, это все спокойно выпивалось. Не выпивалось, поэтому я смотрел. Все там выпивалось. Даже 4 лужи я выпивал. Давайте вы после РТ разберетесь. Доставить видео. Нам убить всего лишь 3 босса на сегодня. Вот если бы не выпилось, был бы другой вопрос. В смысле, это с РС-кой или мы не отдали? С РС-кой, конечно. И
смотрите не на таймер, а на проценты. Переходка на 35%. Смотрите, с какой скоростью ХП у босса тратится. Будет рыбу поставить, пожалуйста. Сейчас починюсь. Рыбу поставьте. Чек на баф на пол. Сейчас рыбку покушаю, вот готов. Можно вару попросить на хп покричать? Там локовский пэт. Обновляю крик. Спулу и потом. Нямка, Андонидес, готова? Да. Что, бомб стопать? Да, стопнули. Так, я зелёную вложу. Ищи там волки, его убьют, блин. Сейчас да не бьют, это автопроки просто летят. Шторм поднимает Энджи. Переставлю малюха. Зеленый кэмп, пошли мелики. Ставим здесь. Энджи, поднимай суета.
38. Вижу. Все, перевожу по зеленому. Надо быстрее пропасть. Бладласт. На вкус как вишенка. Ой, извините. Антонидов поджимает их на. Что там, вставай. А, сорян, блядь, не вижу. Готовься, пока. Ну ладно, давайте диван на войду. Забирай. Бля, мы в минус 4, минус 5, да, убили? Ну а чё ты думал, ДПС-то много? Вот ты в реку погоду радует. Так это получается, мы жёсткие, что ли? Да. Так получается, какой-то пиздец, блядь. Ну 7 стаков, ой, сколько? 3. Ты 10 же всё убивалось. На 10 стаков. Это получается. Так, теперь можно поподробнее, как вы лича убиваете? В смысле, как вы. Пельмени хупами куда летят, лужи хупами как раз. Лужи разливаются в людей. Где вы станете, туда и лужа полетит. Так я еще и говорю. Одна там, одна здесь. Значит, один там, один здесь стояли. И в них полетели колбочки, и лужи появились. Там просто сказано, зеленый. За морду ему забегает, а взрывается со спины. Так, Антонин, 2 минутки, АФК, пойду себе чека налью, пока там сбор, перебаф и так далее.